Меня зовут Аманда Рипли. Мне нужна помощь. Присядьте, пожалуйста. Вами скоро займутся. Ну и безмозглые же тут андроиды. Чем могу помочь? Мне нужно к пульту управления спутниками. Посторонним туда нельзя. Это срочно. Вы что, не видите, что происходит? Аполло контролирует ситуацию. Процесс регистрации почти завершен. Да ну вас к черту. Сама найду. Я бы не советовал. Для вашего удобства мы сделали своих рабочих андроидов легко узнаваемыми. Исследования показывают, что потребители с опаской относятся к продвинутым моделям с высокой реалистичностью исполнения. Именно поэтому мы сделали так, чтобы нашего андроида нельзя было принять за человека. Будьте спокойны. Ваш комфорт – главный приоритет для компании Sixon. Прибор слежения. Похоже, самодельный. У вас проблемы? Нет. Все в порядке. На рабочих андроидах можно положиться. Они всегда рядом, всегда находятся на нашем плане. Наши андроиды просты. Они лишены эмоций и сходства с настоящими людьми. Они просто обеспечивают вам возможность спокойно жить. Не беспокойтесь даже этими мелочами. Они гениальны, просты и просто гениальны. Надеюсь, ты это услышишь. Я решил добраться до Sixon Telecom. Не стал тебя будить, чтобы ты не пыталась отговорить меня. Пойми, это наша единственная надежда. Кто-то должен восстановить связь, сообщить властям на Земле, что тут происходит. Не бойся, я вернусь. Я не оставлю вас, Клара, от них. Пусти. Это я, Хьюз. Не узнаешь, что ли? Слушай, я должен восстановить дальнюю связь. Станция в опасности. Прекратите истерику. А ну прочь с дороги. Ай-яй-яй. Давайте по-хорошему. О, Господи. Давай. Там кто-то вентиляции.
Только зря отвлекся от своих обязанностей и потратил время. Центральный узел связи Сиксон. Вход только для сотрудников. Связь отключена системой АПОМ. Выполнение исходящих вызовов в настоящий момент невозможно. Ну, приехали. Количество каналов для внутренней связи ограничено. Попробую связаться с кем-нибудь на станции. Это Рипли. Тейл, это Рипли. Мы уже думали, что вы... Я жива. Где вы? Мы сейчас на станции транзита, рядом с госпиталем. Так, слушайте меня. Надо выбираться. Тут все перекрыто. Сиксоновские андроиды взбесились и убивают людей. Это невозможно. Это абсолютно недопустимо программа. Я видела своими глазами. Похоже, у местных андроидов другая программа. Но это еще не все. Тут какая-то тварь здоровенная. Она... Погодите, не понимаю. Что значит тварь? Неизвестная форма жизни, какая-то тварь.
Инопланетный организм, он смертельно опасен, так что вам надо... Немедленно! Дейла ранена. Ее ударило обломком во время перехода. Сильно? Довольно сильно. Мы не можем уйти. Нужны медикаменты. Ее надо перевязать. А что, Торренс? Передатчик сломан. Я не смог связаться с Верлен. Помощи нет. Черт. Ладно. Иду к вам. Аккуратней там. Неавторизованное соединение. Ожидайте сотрудника компании Сикс. К вам подойдут в ближайшее время. Черт. Присоединяйтесь к нам. Необходимо доложить.